Приветствую тебя, уважаемый подписчик моего канала. Занимаясь раскопками с металлоискателем, я нахожу очень много разных интересных вещей. Порой они заржавевшие в земле. В общем, хотелось бы их почистить. В интернете я наткнулся на запись, что Coca-Cola помогает смыть ржавчину. Это мы загружаем в банку все то, что нам нужно очистить. Даже гвоздь есть. Пуля. Еще какая-то непонятная вещь. Ну и ключи, как вы уже видели. И заливаем все Кока-Колой. Посмотрим, миф это или реальность, что Кока-Кола так вот действует очищающе. Завтра посмотрим, насколько чистыми будут эти находки. Друзья, прошло 2 дня. За эти 2 дня, я думаю, должно было успеть разъесть ржавчину. Как я посмотрел, объем жидкости немножко уменьшился, потому что я заливал выше, а сейчас уже детали открылись. Ну что ж, идем сливать жидкость и смотреть, что же там получилось. Эффективно ли Coca-Cola разъедает ржавчину? Давайте посмотрим, что же у нас получилось. С железа так ржавчина и не удалилась. Ключи у нас, я не пойму, какой это металл, но во всяком случае здесь кое-что почистилось. Так, дальше. 2 копейки советские. Хорошие советские, как мне один человек говорил про фильмы. 1970 года. Ну, вроде у них тоже поотставало. Не совсем сильно, но кое-что есть. Очень интересная находка, похожая на зуб, да? Но это пуля, которая погнута. С нее вроде ничего сильно не отстает. А нет, тоже отстает. И какая-то железная, может быть, для замка использовалась. Может быть, еще для чего-то. В общем, какая-то вещь. С нее у нас ржавчина так и не сошла. То есть 3 железных предмета у нас так и не очистились. Вот они. Зато с помощью Кока-Колы можно попытаться очистить деньги. Друзья, в этом видео мы попытались убрать ржавчину с металлических предметов с помощью Кока-Колы. Получилось это наполовину. И я очень рад результату, так как я ожидал, что вообще ничего не получится. Впереди нас ожидает много новых и интересных открытий. Снег растаял, начался сезон путешествий. Друзья, чтобы быть с нами, подпишитесь на этот канал. Ну и, естественно, не забудьте нажать лайк, если вам понравилось это видео. Всем пока, еще увидимся.